Итак, друзья, здравствуйте. Сейчас смотрите, мы продолжаем тренинг по мануальной терапии. И для тех случаев, когда мы не смогли продавить человека лежа на столе, да, вот этими вот декомпрессионными движениями, да, большой грузный мужчина попался, да, тогда мы его кладем на пол и попробуем его с этой стороны. Значит, нам понадобится ассистент, либо два стула, на спинку стула можно облокотиться, да, либо какие-нибудь шесты, либо положить в проеме двери, да, и за наличники двери держаться. Ну, сейчас у нас есть ассистент, вот так руки сделай, плотно хватай меня, держи так, держи прям плотно, так, чтобы не соскользнул. Встаем сначала на таз. Таз, он достаточно сильный, он любого выдержит. Так, стоим на тазу. Вот эту ногу, которая к голове ближе, чуть на ребро заворачиваем и отталкиваемся от таза. Раз, и туда. Еще приступили. И еще приступили. Такими толчками его вытягиваем. Ну, вытерпел нормально, да? Ну, там, да. И еще один вариант, когда ты стоишь спереди. Вот так же, да? А мы становимся на спину и как бы, как на лыжах, вот так вот спускаемся со спины. Сползаем вперед немножко. Вот так вот вперед. Подойдите чуть назад. Все, ложись в такую же позу. Руки держи. Может, я не соскользнул. Угу, все, выровнялись. И раз, два, три, выдох. Чуть переступили вперед. И раз, два, три, выдох. Ребята, потренируйтесь на досуге. Ну, естественно, измеряйте свои веса. До новых встреч. Итак, если у вас нет помощника, да, то можно вставать не стопами в полный рост, а коленями. Начинаем вот с мягких мест, с ягодиц, вот, расшатали их. Соответственно, я упираюсь ягодицами назад, отталкиваюсь, да, а руками вперед. Вот он уже хрустнул. И также можно перейти повыше. Расшатали и еще хрустнул, и еще. Если вы поставите руки сюда, то вы снизите свой вес. И он у вас легче выдержит, да? Я специально не убирал руки, да, чтобы прям промять. Ну как, получилось? Отлично. Покажи, как нам нравится, да, а то люди там, наверное, в шоке. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас все живые, все выздоравливают.